Здорово! Добро пожаловать в новый эпизод «Плюс 100-500». Возьмите что-нибудь вкусного похавать, что-нибудь вкусного попить. Располагайтесь поудобнее, сейчас будет ор. В этом выпуске рыжехвостая бариста, панировочная котлетка, подводный говночист, непослушная кобылка, теплая шампунька, 40-летняя принцесса и сила балбесов. Страшно подумать, как бы мы скучно жили без них. Говорят, дикие животные, которые подходят к людям, страдают бешенством. Но вот у дикой героини следующего видео бешенства нет. Зато есть хреново туча наглости и самомнения. Рыжехвостая бариста. Эй, get away from me, bro. Эй! You little shit! As if... Wow, a fox has just pissed in me, bro. Не, ну а хрен ли чел вообще думал, что она ему туда сливок с миндальным сиропом подольет? А что вы робота? Я сум. Ах ты такая, а! А будет ей след трындеть, так она ему на утро еще один презент оставит. Сюжет следующего видео своей свежестью вас не порадует. Банальные зимние покатушки по ухабам, что мы там не видели. Но знаете, каждый раз подобные истории привносят что-то новенькое. Проблемы отцов и сынов. Гриш, что делать, Гриш? Сейчас мы ее на колеса поставим, поедем, крыша не помяла, все. Гриш, что делать? Рассек я? Нет, а ты, я. Нет. Что делать, Рот? Сука. Вить, сейчас все сделаем, так. Что делать, что я батя скажу? Ну, что тут скажешь? Гриш вообще красава, все четенько порешал. Просто как служба поддержки у мобильных операторов. Сейчас мы ее на колеса поставим, поедем, крыша не помялась. Ты наркоман, что ли, сука? Ну да, крыша, может быть, и не помялась. Но, чувак, там все остальное тупо в хламину расхреначено. А лобовое стекло даже реанимация не спасет. Бачок пути! Ярик, вылазь! Не удивлюсь, если Григорий изначально в качестве штурмана на этом «Титанике» выступил. Коля, давай прям положено, братан. Давай. Потому-то все и привело ко вполне закономерному развитию событий. Да что ж тут смешного? Особенно угарно, что даже после таких апатичных советов чел продолжает терзать Гришу вопросами. Что делать, что я батя скажу? Ну, наверняка тут можно предложить один вариантик. Батя, снюхай тебя 40 с чем-то летием. Да и потом, батя об этом говорит совсем не обязательно. Сперва на первого лучше мамке позвонить. Алло, мам, я машину разбил. Дим, ты что? В большинстве конкурсов победа не так важна. Гораздо важнее убраться с них живым и невредимым. Панировочная котлетка. Это реально самое худшее, что вообще могло произойти. Даже не знаю, за какие проступки вселенная так наказывает чела. Небось, однажды дал клятву. Пил, пью и буду пить. А сдержать таки не сумел. Чё ты приуныл? Ну, чувак, как так? Он ведь хотел оставить это бесовское место и уйти оттуда с гордо поднятой головой. Но не вышло. Не получилось, не фартануло. Я же говорил, упадет, дебилы. Еще и обвалялся, как котлетка в панировочных сухарях. Опахная. Но вот самые настоящие герои — это те два мужика, которые его оттуда вытащили. Да хрен бы кто из вас этому облевушу руку помощи протянул. А эти витязи явно в ранге святых метят. Какие вы молодцы. Но главная приколюха, как всегда, осталась за кадром. Только представьте, как наш обрыганчик приходит домой весь в помоях и блевоте и прям с порога заявляет. Немного заморалась. Прости, мама. Сразу скажу, мне совершенно без разницы, кто и во что одевается. Поэтому моральную сторону вопроса следующего видео я обсуждать не буду. Но я вас уверяю, это ни капли не помешает, как следует с него угарнуть. Боевой клич! Поясни за подкаты. Да, мама, так я же не в шоке.
Я под коты. Ты сама мне такие купила, если так что мне делать-то? Я под коты не покупала. Так они широкие, длинные, так некрасиво. Ты сосуды свои перегибаешь. И так все ходят. У тебя ноги будут болеть. Так все такое молоко, я пошел. Да не все, ты о своем здоровье. Что это за инфразвук такой? Как вообще человекоподобное создание может создавать столь низкие частоты? Да даже дикие звери в период размножения не способны на такое. Я бы на месте мамки не рискнул вставать на пути у своего отпрыска. Да пускай он идет на свиданку с своей женщиной. Да ладно, ладно, я угораю. Конечно же, я понимаю и осознаю, что у малого нет ни единого шанса перед этой женщиной-терминатором. Вы вообще слышали, как она разговаривает? Поясни за подкаты. Быстро! Неудивительно, что паренек не смог в ответ ни одного отдельного слова произнести. Поясни за подкаты. Ой, блядь, мне дырбудud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 
закончились. Сними ты эту гадость. Кто-то с детства мечтает стать космонавтом, кто-то супергероем. А вот герой следующего видоса, ну прям мечтал стать принцессой. И знаете что? Он своего добился. 40-летняя принцесса. Ну а я вам о чем? Мужик 40 лет ждал момента, когда публика его найдет и по-настоящему полюбит. И этот судьбоносный момент настал. А я просто станцую. Уж не знаю, был ли искренен оператор, но после такого перформанса наш балерун на неделю вперед уверенностью зарядится. И теперь каждый его день будет начинаться с самогипноза. Какой я красивый. Но, возможно, мы и не знаем всей правды. И у оператора был дополнительный мотиватор. Танцуй, танцуй. Танцуй. Хотя на самом деле не стоит исключать варианта, что звуковая дорожка тупо была наложена. И в машине изначально играла музыка, под которую, ну, прям невозможно устоять. Духат Вячеславович. В любом случае, чуваки в тачке некрасиво поступили. Уехали и даже цветами артиста не поблагодарили. Неужели не доперли, что дядя им неспроста тройной тулуп заденсил? Для проведения культурных мероприятий в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Ну это ничего. Сейчас он на следующем светофоре их догонит и такое шоу забабахает, что чувакам ничего не останется, как осыпать его с ног до головы мелочью. До некоторых мест достаточно сложно доехать на такси. И дело тут не в удаленности или стоимости проезда. Просто хрен вы водили, его название произнести сможете. Название года. Easy for you to say. Ну а я о чем говорил? Дед там целую жизнь прожил. И до сих пор лишь только с помощью таблички весь этот винегрет прочесть может. И то с запинками. Сложно, сложно. Да сто пудов, если местных спросить, откуда они родом, они сразу посылают. Fuck off. Ну или находят ответ поделикатней. I don't know. Нет, ну вы видели размеры этой металлической пластинки? Да если ее на металлолом загнать, половину деревни прокормить, как нихрен делать можно. Вот это ништяк! И, кстати, если наложить бит покруче, то из деда можно топового артиста забацать. А вот как перевести на русский его речь, я не знаю. Но это, в принципе, и не важно. Дед на умных щах любую хреноту зачитать может. Все равно для остальных это будет звучать приблизительно следующим образом. Я по жизни, светло-будущее, чисто-кристальное, словесно-понимающее, строго по возможности. Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если вытащить ключ зажигания в тачке на полном ходу? Ну, признайтесь, хотели бы. Тогда вам стоит приготовиться, ибо сейчас вы сможете постичь неизведанное. Лучшая идея. Вот это именно тот случай, когда пранк зашел слишком далеко. Нани? Борис,
стопудов сейчас только об одном, наверное, и думаете. Нахрена он это сделал? А я вам скажу, нахрена. Вы слышали этот странный звук в машине? Да у меня мурашки по мошонке скачут от этой. А водила, небось, уже несколько часов на репите эту дичь слушает. Вот паренек и не выдержал. Хотя, возможно, это был такой способ преподать парочку уроков вождения. Долгожданная машина у Шамаевича. Ездит, душит тут. Коробку забыл в спорт переключить. Блин, ну теперь-то мы точно знаем, что произошло в той самой буханке. Короче, хрен знает, как водила на такое отреагировал. Но мне почему-то кажется, что без рукоприкладства там точно не обошлось. На, сука! Что хочешь? На! Это, конечно, будет спойлером, но убийца-уборщик. Кого он убил, спросите вы? Сейчас все сами увидите. Сила балбесов! Сука, ну кто же так стекла моет? Поставили бы хоть кого-нибудь рядом, чтоб криками предупреждал. Стекло не попади. Стекло, походу, выдержало первую волну урона. Но устоять против второго кабанчика у него явно ни единого шанса не было. Я ломал стекло! И вот по-любому вас мучает один классический вопрос. Нахрена? Нахрена второй балбес это сделал, когда видел, из-за чего погиб его братишка? Я за тебя отомщу. Хотя с челом приключилась такая дичь, что его натурально по всему залу раскидало. Неудивительно, что в состоянии аффекта он решил передразнить своего друга. Ну и плюс ко всему показать ему, чей лоб крепче. Хотя, может, он даже и не виноват, и стекло просто его ора не выдержало. И тупо разлетелось в пыль на самой высокой ноте. Профессия ассенизатора довольно древняя, поэтому я предлагаю окунуться в эту древность. И, собственно, заценить, как первые мастера справлялись со своими обязанностями. Подводный говночист. Сразу скажу, я глубоко удивлен и впечатлен способностями этого глубоководного говночиста. Потому как если бы я в эту жижу занырнул, все бы закончилось примерно следующим. Но, сука, когда я впервые увидел этот видос, я только об одном подумал. Ни хрена там сушничок у чела. Как он умудрился удержать в себе такое количество жидкости? Пил, пью и буду пить. Да ему после такого подвига теперь придется на каждом шагу свою мочедвигательную систему опустошать. А что вы роботы? Я су. Кстати, разглядывая в деталях этот видос, мой мем-детектор определил кое-что подозрительное. А именно, что этот адмирал подводной лодки там ладошкой делает? Уж не припустил ли он глубоко зловонную торпеду, от которой у Люда Честного глаза из орбит лезут? Вот его подчиненный в попытках спастись и занырнул туда с головой. Ну. Знаете, что отличает настоящего рыцаря от всяких смердов? Нет, я не про умение выжать целую бочку пива в одно рыло на королевском балу. Хотя это тоже. Настоящий рыцарь всегда держится в седле. Непослушная кобылка. Вот лошадь у тебя, понимаешь? Не слушается других. Такая правда есть правда. Других? Да. Меня слушается. Ну это давай показывай. Других слушаться не должна. Естественно. Это как других жена. Других слушаться не должна. Сюда, подальше там от нее муха. Вот смотри. Вот ведь подлый шаг. Так опозорил своего всадника. Его ж теперь титула лишат. Ну, это в случае, если он падение переживет. Он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. А ведь это был тот самый случай, когда развязку можно было предугадать с самого начала. Во! Я ж говорил! Я же говорил, упадет, дебилы. И, кстати, будь мужик трезвым, он бы наверняка умер. И только согревающая душу литрушка помогла ему не достигнуть своей судьбы.
Особенно я вот с этой их словесной перепалки ору. Ну, давай показывай. Других слушаться не должна. Естественно. Это как жена. Да, после такого экшена могу только представить, насколько теплая атмосфера в семье этого витязя. Хотя вот именно к коню претензий у меня вообще никаких нет. Мужик ведь сам упал. И вроде как бы никакую команду он своему копытному не озвучивал. Поэтому и неудивительно, что тот заскучал и поступил, как знает. Пошло все в сколько можно. Человечество так обленилось, что теперь не только роботы отнимают у нас рабочие места. Тут уже в дело вступают конкуренты покруче. Автомеханик недели. Ну что ты стоишь лицом щелкаешь? Подал бы уже братишке ключ на 19, не видишь, что ли? 22-й не подходит. У тебя руки, смотри, какие длинные, падла! Не хотел бы я оказаться хозяином этой точилы. Сейчас этот хвостатый подмастерье подключит впрыск нитро к тормозной жидкости, и все это закончится сами знаете чем. Бачок пути! Ярик Вилай! Я очень надеюсь, что вся эта милота не затмила ваш разум. И вы осознаете, что перед вами яркий пример социальной несправедливости. Не понял! Да чего непонятного? Оператор принудил бедную обезьянку к рабскому труду. Она, небось, в тот день трижды пожалела, что эволюционировала. Слышь, обезьяна, сейчас тебе дам с ноги, ты обосрешься. Сэр, так точно, сэр. И ладно бы платили нормально, но, боюсь, там и 3 бананов в день не получится. Должен был косарь отдать, должен был так мало... Давайте признаем, большинство людей гоняет на разного рода тусовки только с одной лишь целью. Мы хотим больше сисек! И в этом как бы нет ничего нового. Но понимаете, реальность — это такая штука, которая может сильно разочаровать. Топлес! Так, стоп, я знаю, с каким лицом вы там сейчас сидите. Что ты такой? Но это все потому, что вы выбрали неправильную точку обзора. И если бы вы на протяжении всего видео смотрели бы на брюнетку в левом углу, то мыть глаза мылом совершенно было бы не обязательно. Ого, ого, ого. Хотя кого я обманываю? Эта секси-блондиночка ворвалась в жизни каждого из нас покруче рабочего понедельника после Нового года. Как такое может быть? И вот осуждать чела за его внешний вид было бы, ну, неправильно. Тем более, что у него, скорее всего, есть железно обоснованная причина для такого прикидона. Нет, ну, мне просто чисто внешне эстетически нравится, я художник дизайнер, модельер. Но это, к сожалению, никак не сможет повлиять на тот факт, что количество посетителей в данное заведение явно поубавится. Реально похоже на белку. Ну-ка, посмотри сюда. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Рыбалка на самом деле штука непредсказуемая, и порой на крючке вместо добротного окушка может оказаться небольшой, то есть большой сюрприз. Случай на рыбалке. Okay, let's drag this catfish in. This is a big, big catfish. Woo-hoo! It's my biggest catfish. Where? It's gotta be. We'll getting be... him off the bottom is a little bit tough. Yeah? We'll be eating good tonight. Let's see, yeah. Catfish. Not a catfish. Вот это я понимаю, рыболовля. Ну что, теперь гребем на берег прятать пару кирпичей из широких штанин. What the fuck, motherfucker, сука. Такой вот замечательный семейный отдых, я думаю, им запомнится надолго. Тут прям 2 в 1. И рыбалка, и контактный зоопарк. Не лезь, дебил, сука. Такой улов, конечно, вряд ли сгодится к ужину. Но вот супруга бы, конечно, очень сильно обрадовалась, узная она о новой сумочке из крокодиловой кожи. Так неожиданно и приятно. Я бы на их месте так не пугался. Крокодил, конечно, крокодил, но и похавать его, в принципе, можно. Поэтому... Давай мясо! Давай мясо! Честно сказать, я немного охренел со спокойствия девушки. Либо у них такая рыбалка в порядке вещей, либо это какой-то окунь-переросток. Yeah. We'll be eating good tonight. Прям представляю, как обрадовался дядька, когда ощутил, что на крючке что-то тяжелое. Он-то, наверное, уже себе навоображал, что там... Рыба моей мечты, вот она, вот она! Но вообще, по большому счету, красава, мужик, грамотно на все среагировал. Если вы вдруг попадете в похожую ситуацию, не пугайтесь, а просто скажите... Не хавай. Птицы довольно легко поддаются дрессировке. Но есть в них одна неприятная, я бы даже сказал, жиденькая деталь, которую вам никогда не изменить. Теплая шампунька. Oh!
Вот же говномерша пернатая. Устроила парню... Пранк! Какашки! Дала бы сперва хоть какой-нибудь предупредительный. Сингалеты лопнули! Так нет же! Совершенно предательски, без объявления войны, провела свою фекальную бомбардировку. Пересматривая этот трейлер, я столкнулся с некоторым диссонансом. Я так до конца и не врубился, почему паренек такой веселый. Ой, тепленькая пошла. Блин, на тебя же жидкой подливой, как шампунем в ванной, брызнули. Ну прояви ты себя хотя бы немного, как мужчина. А это не отсюда. Но нет, он стоит и тупо улыбается. А мне нравится. Хотя, знаете, скорее всего, с ним все в порядке. Просто у совиного кала есть это волшебное магнетическое свойство всех удивлять. Так, алло, я не понял, это чё? Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока! Лаги, Леника!